Хочу вам показать настройки, которые нужно сделать перед тем, как куда-либо звонить на телефоне. Если вы хотите позвонить, то правильно сперва его настроить, потому что телефон может собирать кучу непонятной информации. Я вам сейчас покажу, что нужно сделать. Заходим просто в звонилку, не заходим, а вот так вот удерживаем пальчик на звонилке. Здесь будет пункт о приложении. Нам нужно зайти в разрешение приложений, где мы увидим... Только должно быть контакты разрешены, микрофон, список вызовов, телефон и смс. Если у вас здесь камера, то нужно на нее нажать на камеру, запретить. Точно так же нужно нажать на местоположение и запретить. Потому что местоположение с камерой будет все отслеживать, снимать и передавать. Устройство поблизости, файлы и медиаконтент тоже отключаем. Не спешите выходить. Возвратитесь на пункт 1 назад, и здесь еще вы увидите такой пункт «Установка из неизвестных источников». То есть ваши личные данные, данные телефона более уязвимы для атак приложений неизвестных источников. Нужно вот этот вот пункт деактивировать. Если вы что-то, звонилка без вашего пункта, без вашего разрешения будет устанавливать, то когда он будет выключен, он... Звонилка это сделать не сможет. Так что деактивируйте эту настройку и спите спокойно. После выключения этих настроек вы можете спать спокойно. Пользуйтесь.